Оскарюша, зайчик, скажи всем привет-привет. Привет-привет. Так у нас сегодняшний влог наш начинается практически вечером. Такое, знаете, сегодня дождливый день. Сейчас вообще начнется гроза, буря, предупреждение о грозе. Поэтому, и да, и мы будем целый день. Мы сейчас включим какой-то сериал с Соней. Будем целый день валяться в кровати, объедаться, никаких домашних дел, потому что вчера все поделали. У Николая тоже. Он может играть сегодня во что хочет и сколько хочет, в общем. Все отдыхают и расслабляются. Сонечка, пойдем. Но, да. Так. Мы идем на почту. Опять проверять почту. Пришла какая-то посылочка. Пока. Пока нас еще сильно не залило. Ну, под зонтиком. Да. Можно, можно пока идти, потому что где-то через минут 20 просто будет, а да, 100% дождя. А Лера, да, Лера у нас уехала в бассейн в Монреале, ей еще добираться. Ну, она молодая, что, на улице тепло, не раскиснет же она под дождем. Ну да, дождь, ну, не холодно. Ну, на улице очень тепло. Просто дождь. Где Соня? Где зонт? Ну, кто-то назовет это свинством, а я считаю это идеально. Ребята, в кровати борщ, под сериальчик. Вообще просто кайфы. Слушайте, ну дождь, конечно, прям совсем не слабый идет. Заливает. Мусор не можем вынести, потому что в такой ливень не особо как-то хочется выходить. Ребята, у нас уже следующий день. Ой, мы вчера, в общем, провели, да, весь день в лежаниях. Ничего не делания, смотрения фильма. Вчера смотрели фильм «Bad Boys». Очень крутой, классный. Это уже последняя часть, по-моему, я так поняла, была. Нам очень понравилось. Мы все вместе посмотрели. А сейчас вышли с Соней пойти пройтись буквально минут 10. Мы сейчас поедем все за продуктами. Нужно на день рождения Жени закупить продукты. В общем, все, что еще... Все, что еще не куплено, нужно купить. Вот. Но пока Женя кушает, будет собираться, мы хотим пройтись. На улице безумно классно. Вчера, конечно, весь день шел дождь. Сегодня весь день будет пасмурная погода. Ветер. Вообще не жарко. Очень-очень круто. Поэтому мы с удовольствием пройдемся. Минут 10, он потом нас по дороге заберет. Соня, говорю, Соня, нужно пойти погулять. Она такая, конечно, говорит, мама, нужно идти гулять, потому что, говорит, я накрутилась. Покажи свои красивые кудри. Ну, красотка. Слушайте, мне кажется, нужно снять от Сони этот мастер-класс, как делать такие красивые кудри на один носок. Один или два носка? На два носка. Прям вообще. Всегда красиво. Конечно, я со своей длиной не могу тестить это. Могу, ты думаешь? Я думаю, мне кажется, нет. Вот качели, где мама и ребенок. Давай. Я в таком лагере каталась и застряла. Давай. Прикол, я потом вожатый начал доставать. Ну как он начал доставать? Он просто так взял, перевернул качели, и я упала. И ты вывалилась, вытрусили тебя оттуда, да? Ой, я думала, это очередь. Надеюсь. Ой, слушай, скидочки я уже вижу. Чувствую, какая хорошая кофточка. Так, ну на самом деле вообще никаких скидок нету. Там что-то где-то вообще чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Понравилось, когда помощь мне сапожки. Да, да. А мы тогда разве не взяли тебе? Ну, взяли белые. А, ну да. Ну, потому что сапоги не...
Горчичные? Нет. А горчичные у тебя не хочешь? Нет. Мне очень это нравится. Угу. Красивые очень. Да. Ой, какой ветерочек. Добрались до ТНТ. Ой, так солнышко. Прям так сразу же припекает. Нет. Ой, ну они какие-то такие маленькие, если честно. Они маленькие. Суперсилу что у нас возьмем? А? Суперсилу что возьмем? Бери, бери. Какого есть? А там расковыриваешь, и там зерна типа внутри такие. Блин, персики дубовые. Вообще прям дубовые. Не то, нет, я хотела. Хотела здесь персики взять, потому что в прошлый раз брала вкусные. А сейчас нету. Может где-то здесь есть. Нету. Ну так, потом оно пальцы легко. А какой надо брать? Плевал тебя, да, Саня? Вот есть мягенький. Вот есть твердый, а есть мягенький. Давай один возьмем помягче. И один твердый. Так, может быть, Соне взять эти грибы. Она у нас любительница разных грибов и всей китайской еды. Или эти взять. Где моя Соня? Где моя Соня? Не морские. Но это какие-то необычные грибы. Они во влаге типа выращиваются? Ну да, возьмем, давай попробуем. Мы их там на пару пока готовим, короче. Мы их уже готовим. Сейчас посмотрим. А, кабачки. Ну, сорт рыбы такой. Красная рыба? Это она есть? Ну да. Она с открытым ртом такой прям. Сонька. Маленькие. Мясо вон там. Такая беленькая рыбка, такая красивая. Но они как будто выглядят более дружелюбно, чем вот эти. Ну эти прям беленькие, эти серые такие, как обычная рыбка, эти беленькие. Спасибо. А где наш папа уже делся? Что там? Это акула, наверное, да? Ой, акула? Нет, не акула. Хотя может. Слушайте, я очень хочу, вы знаете, что купить? Вот этот вот штуку для супа. Суп, который варить вот прям за столом. И вот эти вот все штучки покупать. Я прям с удовольствием. О, что была в коробке? Это кальмар. Кальмар. Это кальмар, это осьминожки, да. Вот очень интересно, я всегда хотела. Но он, наверное, сгорит, если его на огне жарить. Солью? Нет. Вообще. Масло. Нет, давай. Давай чистое. Да. Да, это обычное. Так, ну, все, что нужно, взяли. Теперь нужно поесть. Потому что не поесть ТНТ я не могу. Я не могу обходить эту еду. Я до этого была объеденная. Но здесь резко просыпается опять аппетит. Булочки нашли вкусные. Какая радость! Вот хорошая. Я надеюсь, они очень вкусные. Я их просто увидела, что я уже падаю. Я выбрала. Хорошая рыба? Да. Очень такое аппетитное, да? Прям очень вкусное. Смотрите, красивенькие какие. Очень нежно. Ух ты! Вот тут все. Тут можно оставаться жить и постоянно, да. Тут есть и есть. А это что такое? Ой, а вот эти рули
эта штука. Да, вкусно. А бисквиты их эти воздушные. Ух ты! Очень красивые торты. Вот этот вкуснее. Это манго, я понял, такая вот, ну, такой как. Это как ты ел, да. Мне кажется. Да, да, да. Ну я бы вот этот поела. Да? Да. Давай я тут. Ой, а вот шашлычок замарин. Ой, какая минутная, смотрите. С бананчиками тоже такие. Так, а вот смотри, это такие же булочки, да? Слушай, это такие же булочки, как мы хотим взять, только здесь они еще не обжаренные. Женя, мне кажется, вот эти можно взять и дома их потом приготовить. Нужно выбрать, только где-то я видела с барбекю, свининой. Да, есть. Это крылышки, это что? Это свинина. Ой, а вот какие эти. Утка, утка вон там висит. Креветки синие. А, прикольно. Вот уточка. Что, только целую, да? А я не знаю, наверное, была, мне кажется, раньше половина. Это прям утка. Да, это прям. 12,99 половина. Ой, а вот смотри, какой кусочек мяса. Ну, такой прям. Мне кажется, она очень вкусная. Да, давай. И ты будешь себе суши брать? А вот эти ты не хочешь? Эти никак не определяться. Какие вы будете брать? Вот эти вот хорошие, вот эти вот хорошие. Мне кажется, лучше. Вот эти лучшие, да, эти получше. И больше присыпки. Так, ладно, я пошла себе насыпать уже еду. Так, ну я ничего мясного брать не буду, потому что мы мясо там сейчас возьмем отдельно. Я просто возьму гарнир какой-то. Ну, ты ее закрываешь зачем? Ну вот иногда сложно очень ее закрыть. Все вместе давайте, держи. Она внутрь просто. Да, ну. Ой, а вот рулька, смотри, есть еще. Смотри, рулька. Ага. Мне понравилась вот эта курочка. Мне вот эта нравится. Ингрид. Она так хорошо порезана, удобно. А вот не сухая, не сухая. Где наша еда? Это, ну, упадет. Упадет, я думаю? Давай сюда. Все так мило. Ты поняла? Это же как курица-гриль. Я поняла, она поняла. Сочная, знаешь? Угу. Десерт. Давайте манго не будем. Ну вот драгонфрут. Ну, тут нет. Анана... Это такой же, слушай, как в Старбаксе. Ананас также, а вот и драгонфрут. Вот такой. А это с чем? Это с чем? Манго. Нет, давай манго не будем, уже манго у нас здесь. А это... Давай клубнику, да, клубнику и алоэ вера, я да? Клубнику будет. Это молоко. Еще молоко. Ну это молочный напиток. Да. Молочный, да. Ну пойдет, да? Это просто молоко. Давай, берем. Да, это просто соевое молоко. А это соевое? А это я не знаю, это как кокосовая, ну, вот вода? Это, нет, это, нет. Не знаю. Ну, да, погнали. Может, не надо было взять креветки? Не надо взять, да, пакет? Креветки нет. Креветки так, оставь в тележке. Да, мне кажется, трубочки очень вкусные. Не хочем прям вся красивая выпечка, вот все, вот эти вот десертики. Это как будто это кондитеры прям делали. Ну, наверное, это делали сегодня кондитеры. Здесь можно взять палочки, трубочки, соевый соус. О, вот такое надо нужно чили взять. Курица может быть вкусная. Это что? Какой-то кислый соус с уксусом. Не соевый соус, может быть. Я положу сейчас? Ну, вот так вот боком сюда поставь, а потом уже переложишь в тележку. Поехали туда. Почему вообще я иду с тележкой, а ты с пустыми руками, я еще и снимаю? Ну да. Так. Так. Взять.
Распробуй, ты распробуй. Ну что же, не остро? Да. Не остро? Просто соус какой-то на голове. Угу. Ну, по ну, на голове у меня кадуванчик. Мне ветром все растрепало. Так, нам еще нужно в Коско заехать купить мясо на шашлык. А, еще в европейский. Я безумно хочу соленой рыбы. Я прям хочу напасть на эту плотву и просто всю ее разрывать. Да. Мусор туда. Ой, слушайте, я так объелась, что просто еле шевелюсь. Я уже ничего не хочу, а еще ездить и ездить. У нас такое прям здесь черное небо. Тут светлое, там тоже. Нацапал, вот это вот я всегда этого и боюсь, когда ты так катаешься. Я не знаю, что там там катается. Да, но оно не жирное. Нормально. Я вот тот больше люблю. Не этот. А вот смотри, есть целый лосось. $9 килограмм. Это такой же, как и мы вот покупали. Да. Он даже и размером такой же. $10 килограмм. Да. Так он у нас без головы, он, да? Сразу же. Да. Без головы. Ну да. Такой же. Угу. У нас еще целый, да? Еще целый, да. А то, что выпила, да? Вы использовали? Мы использовали весь. Есть? А, нет, хвостики там остались, я выбросила. А так весь использовали. Что, мы с тобой, зайчик, с тобой. Ну, а куда ж мы тебя? На ручки будем брать, все выбрать. Прекрасные. Ананасовые, да? Нам багет не надо? Голубые не тяжелые. Не знаю, даже надо или не надо. Или взять булочки. А, это сувлаки, тюк. А я и не поняла сразу, что это. А это что тут с креветочками? Здесь рис, креветка и... Сыр надо нам? Сыр надо нам на пути, но только вот тот возьмем большой. А, это же он не здесь. Ну да, он. В холодильник. А вот. Это что-то лимон мерен. Это вкусненько. Как она выглядит? Баночка, как крем-брюле. Не, ну реально, оно там на жаре сдохнет, такой торт. Это да. Хотя, нет, хорошо хотят, целый день не будет. Ой, какие, слушайте, крылышки аппетитные в каком-то маринаде. Так, где-то я своего ребенка потеряла там в тележке. Сидит такая. Это так удобно просто. Банго. Ой, там холодно. Коробочка. Израиль. Пожалуйста. Хорошенький такой маленький. Подожди, а что там есть? Салата там? Я не знаю. Но... Ничего, да? Рукколу можно взять в день рождения. Нет? Ну, если картошку, то масло берет. Да. Ну, реально, это же заказ ваш какой-то. Сколько там? С чем оно? Это... Ананас, персик и арбуз. Что это? Это вам. Какую? Вот этот? Вот этот? Вот этот.
Вот этот есть. Классическая, короче. Ну да, тут арбуз, он невкусный. Он химозный такой, очень невкусный. Ты что, ела? Да она ела? Да. Ты ела? Или думала, мы взяли надгрызанный? Кто? Горгонзола? Да вряд ли она тут. Ну, тут есть. Хотя, да, по идее, если бы... Да нет, ну она была бы там, да. Все равно, да, посмотрим. Ну, давай посмотрим. Устала? Да. Пошли на кассу самообслуживания. Или вы еще что-то собираетесь? Вам да нет, ничего нам не надо. Нет, пошлите на самообслуживание и все. Самообслуживание? Да. Ну что у нас? Заказываем мороженое. Нет, подождите, дайте постоять тоже, отдохнуть. Я пошел закурить. О май гад, так там же, мы же там будем ждать. Я же говорю, что поэтому... Так может мы просто не будем его есть? Мы наконец-то уже добрались домой. Только часть покупок занесли, часть потом Женя уже принесет, и мы еще спустимся. Слушайте, взяла такой плед, потому что он очень легенький, очень приятного качества. Сейчас безумно просто жарко спать, и под пледом будет самое оно. Так, у меня еще пришла посылка с H&M, сейчас распечатаю и посмотрю. Продукты все еще в машине, мы ничего. Прикольные, да, кроссовки? Да. Продукты мы никакие не заносили. Мне вот эти вот очень нравятся. Мне вот эти нам всем больше всего понравились. А бело-черные? Вот... Не, ну, а... Не, ну вообще, да, прикольно. Если просто... Угу. Не, нет. Ну, вот этот оранжевый не очень. Не нравится тебе? Нет. Вот нравится, слушайте. Такси, а вот еще что я нашла сегодня? Я очень хотела рыбы, но я нашла, я видела, есть желтый полосатик был. Боже, я просто объемся его сегодня. И чай, альпийский луг. Мы еще когда в Никополе жили, постоянно его брали. Я его очень просто люблю. Я вообще, в принципе, чай не пью. Не любитель чая. Но вот альпийский луг иногда зайдет, так как из всех чаев я пью только ромашку или мяту, если что-то пить. Так, давайте распечатаем. Что же у меня здесь? Сейчас я, в общем, распечатаю, потом уже покажу. Так, здесь Жене штаны. Не знаю, подойдут они ему по размеру или нет. Сейчас померяем. Это домашние? Ну, такие, да, легкие, повседневные. Сейчас померяем. Если что, их, не знаю, нужно будет менять, если они маленькие. Так, и себе вот такой вот... Ой, кофточку взяла. Вот эти вот такую под, ну, знаете, просто вечером накидывать. Она легкая. Под юбку можно шелковую, платье какое-то легкое. Ну, в общем, такое какое-то вечернее. Просто кофта, чтобы... Фух, вот. Ну, кофта точно мне подойдет. Она мне уже нравится, в принципе, по качеству. Я ее точно буду оставлять. Давай, а штаны сейчас померяем. Нет, не выкидывай, потому что еще непонятно, будем мы штаны возвращать или нет. Это место. Обо мне раньше никто так не... Это поверьте. Ну и ладно. Важно, важные моменты сначала. Я все. Большое. Что терпите меня? Да, на, вот. И моих пчел. Да ладно. Да вас тут только и были, что плющ да сорняки. Вы... Да вот, креветка, господи. С ума сходит, когда креветку, знаешь, такой... Где...